Как я говорил, у меня на балансе 10 тысяч. Что, блять? 6 тысяч? Хорошо, падает. У нас баланс уже почти 20-ка. Всем здорово, мужики. Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гагадропчик. У меня на балансе 10 тысяч. А цель, как всегда, выбить что-нибудь жесткое. Пооткрывать вот эти новые пиратские кейсы. Там есть один очень окупаемый. Я его, наверное, часто буду открывать. Ну и все, что, надеюсь, что-нибудь жесткое выключу, полетели. Но перед этим не забываем, что у меня 3 рандомных комментатора попадают в следующий ролик. Все, что нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на канал, написать любой комментарий, и все, возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. А также в моем телеграм-канале, который в описании под этим видео, каждый день проходит розыгрыш на скинчики от 2000 рублей. Абсолютно каждый день. Если в каждом розыгрыше участвовать, ну рано или поздно по-любому выиграешь. То есть, пацаны, ну подписываться нужно. Как я говорил, у меня на балансе 10 тысяч. Пацаны, если вы хотите также покатать на гагадропе, вы можете ввести промкод 11 ники и получить плюс 11% к пополнению. Депать можно всего. Скиваса, карты, скинами, криптой, чем угодно. То есть депайте скинчиком 1000 рублей, уже на сайте получаете 1110. Вы со старта в очень хорошем плюсе. Также можете зайти в бонусы, залутать вот эти все бонусы халявные. Барабан бонусов второй раз крутануть по этому же промокоду 11 ники. И самое крутое, за каждый задепозитенный рубль вам дают один SP-поинт. Вы можете зайти вот сюда вот к акциям, нажать сокровище и SP-поинты обменять на рандомное оружие. Вот у меня есть 10 тысяч SP-поинтов. И мне падает за 4000 сверху Сайрекс. То есть это еще плюс 40% к пополнению. Это же вообще идеальная халява. Давайте это продадим, чтобы у нас баланс был побольше. Получается, общий бальк у нас 14 тысяч. Ну и что, полетели открывать кейс? Сразу какие-нибудь дорогие можем открыть. Так, а я хочу вот этот кейс первый открыть. Пиратский. Сундук мертвеца. Он меня хорошо окупает. 5 штучек давайте. Ну что-то сейчас как будто я накаркал. Ну может хорошее качество? Ну 4529 это так себе. Давайте еще 5 штучек. Этот кейс может откомбэчить. Я верю в него. А, нет, вот, и давай так же. Найс, 7697, и это я даже в плюсе на 200 рублей. Давайте еще 5 штучек. Так, вот это вроде дорого, да, вот это тоже дорого, найс. И вот это давай тоже дорого, найс, красота, 9 тысяч. Не, вот этот кейс, он прям вот вау, он мне очень нравится. Давайте еще 5 штучек, на, очень. Ой-ой, давай еще 4200. Ой, ты, какой же ты молодец, слушай, найс. Все, 15 тысяч на балансе, мы уже в плюсе. Этот кейс пока что вот просто 10 из 10. А, давайте сейчас магически откроем на 3000. А, вроде... Давай третий. Найс, найс, хорошо падает. У нас баланс уже почти 20-ка. У нас только что был баланс 10 тысяч. И благодаря халяве и хорошим кейсам мы уже сделали x2. Просто красота. А, давай сейчас откроем бесплатные кейсы. Тут бесплатные кейсы даются за то, что вы открываете на какую-либо стоимость платных кейсов. И они вот так постепенно у вас открываются. Нам падает параллакс. Но золотого кейса можно жестче выбить. Но сколько он стоит? Ну, 400, нормально, более-менее. И давайте откроем, не знаю, что можно открыть. Можно 5G открыть, 5 штучек, давайте на 2550. Ну, собственно говоря, понял. Ладно, давайте продадим, 1610 такой себе, можно еще 5 штучек открыть. Вот из этого кейса будет круто поймать фейерспины, потому что кейсы по 500 стоят, и с фейерспинов там будет нормально так капать. Ну, ножик, конечно же, пролетает, конечно, он мне не выпадет. Ладно, что-то два раза он меня не окупил. Давайте попробуем черная жемчужина. Этот кейс так себя показывал в прошлые разы, но может сейчас что-нибудь выдаст. А! Что, блять? 6000? Что? СГ ультрафиолет 100? Что? 6000? Ну, нормально, это окуп. Но я удивлен, сильно удивлен, что вот это стоит 6000. Вы вообще, ну, могу... Можете себе такой... Продаем еще 3 штуки. Это самый окупаемый кейс. Здесь падает говно, которое стоит 300 миллиардов долларов. А, вот ты, блядь. Все, 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 узнаю, узнаю. Давайте еще 3 штучки. А, точно последние. Не, ну меня этот кейс сильно удивил, но еще бы он меня окупал стабильно, было бы тоже круто. Ну все, 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 это я уже узнаю этот кейс. Ладно, давайте тогда откроем какой-нибудь, может быть, чужой, давайте 5 штучек на 2220. Говно, 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 вот это не говно вроде, хотя это, даже вот это дороже было. Маленький минус, давайте еще 5 штучек откроем. Вот там перчатки почти мне, вот это, кстати, найс, вот это хорошо. Я, кстати, наверное, себе этот юспик поставлю на вывод. Да, потому что у меня нету нормального юспа, то давайте его запросим с маркета. Все, пацаны, юсп я поставил на вывод. Скоро он придет, я вам покажу, как он мне пришел. А пока давайте пооткрываем другие кейсики. Что можно еще пооткрывать? Давайте бустер 5 штучек попробуем открыть. Ну как он 65, ну мужик. Ладно, 907, давайте еще 5 штучек попробуем. Я думал подороже, а фактсейвом... Короче, не, этот кейс меня что-то как-то особо не радует. Так, пацаны, а юсп чудовищная смесь уже ко мне залетает в инвентарь. Давайте посмотрим, сколько он стоит в стиме. Может, он тут стоит 1003, и я заскаймил гагадроп. Ну, кстати, 1078 на 100 рублей дороже, вообще идеально. Теперь у меня есть хотя бы красивый юсп, потому что у меня все есть, кроме хорошего юспа, найс. А давайте откроем карточку, вакбан, вот сюда стрельнем, понял, 2120. Давайте продадим это и попробуем еще раз. Вот сюда. Найс, 82...
Ну, этот USB, он стоит подороже. Но, кстати, я бы не сказал, что он какой-то очень красивый. А можно было бы рискнуть сделать какой-нибудь жесткий апгрейдик и закликбейтить на превьюшке, но я это делал в прошлом ролике, и я проебал немало денег. И я не хочу второй раз это делать, но мы просто продадим. Давайте сейчас, может быть, какую-нибудь луна откроем, 5 штучек. Я думаю, дайте вот сейчас луна, 5 черная жемчужина, самых дорогих из новых кейсов. Кстати, из луны хорошо падает вроде как. Да, из луны очень хорошо упал. Найс, 5000, это я... А, ну это я в плюсе на 100 рублей. Напоследок открываем 5 кейсов черная жемчужина за 10 тысяч. Мы столько подняли примерно и столько потратим на 5 кейсов. Давай, пожалуйста, выдай что-нибудь, я тебя прошу. Понял. Тоже понял. Но, а если пожалуйста, все-таки что-то, ну... Нам вернулось только 50% от этого. Ну да, этот кейс, он мне вообще не нравится. Я... Вот этот мне больше нравится. Давайте еще 5 штучек его откроем. Он намного чаще окупает. И может прямо сейчас опять окупит хорошо. Вот 2200 со старта падает. Еще 200. Еще 1400. Говно, ладно. Еще давай 2. Ну, нормально. 7167 в маленьком минусе. Этот кейс в любом случае себя показывает лучше. Все, пацаны, на этом заканчиваем ролик. Не забываем, все, кто хотят открыть на GG-дропе, вы можете ввести промкод 11ники и получить плюс 11% к пополнению. Депать здесь можно со всего. Также не забывайте про SP-поинты, которые можно обменивать на рандомное оружие. Это самая жесткая халява на сайте. А также бонусы, барабан бонусов. Короче, халявы много на сайте. Все, пацаны, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. А не забываем про мой телеграм-канал, в котором каждый день проходят розыгрыши. Ну и все, что, всех люблю.